Мамочка, иди, иди. Как же она меня достала, эти кролики, эти шмулики. Виси, 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 фу, блин. Ой, вы знаете, а мы вышли на новую ступень веганства. И теперь мы параноедим. А это что еще за фигня такая? Мы питаемся энергией солнца. А ничего страшного, он сейчас подзарядится от солнышка и встанет. Наверное. Ой, слушайте, у вас такая квартира хорошая, так чисто, свежо, убрано. Ой, знаешь, вчера в караоке была, выиграла премию «Золотое орало 2017». Ну и кому ты там на эту премию орало? А Шотик. Он так любит, когда я пою да? ему. Ой, знаешь, я себе работу такую хорошую нашла. За месяц себе шубу вот прикупила, айфончик-телефончик новый, айпадик, вот. И все вот за счет этой работы по щелчку пальцев. Вот что хочу, все у меня есть. Эскортница, что ли? Ой, знаешь, в стране, между прочим, кризис. Как могу, так и выживаю. Представляешь, занялась благотворительностью. Вчера на почту пришло письмо. Небесные магнитохвостки страдают от земляных рукоблудок. От кого? От земляных рукоблудок. В общем, перевела им 1 000 000 рублей. И они мне за это обещали премию Дарвина. На секундочку, премия Дарвина – это самая престижная премия благотворительной деятельности. Такая ты молодец. Спасибо, я знала, что ты... В журнале прочитала, что частое использование макияжа портит кожу лица. Я нашла выход. Я буду умываться 1 раз в 3-4 дня. Зачем? Ну как зачем? Буду краситься, потом фиксировать все это лаком, чтобы не смывалось. Соответственно, буду реже краситься, и кожа не будет портиться. Прикинь, вчера, короче, делала очень крутую процедуру. А? Ботокс для волос. Я тебе скажу, у тебя что, морщины на волосах? Хорошо, что у меня нет. Бедненькая. Я нашла свое призвание. Я рожу ребеночка и буду выкладывать фоточки в Инстаграм с ним. И буду первой лучшей инстамамочкой в Инстаграмчике. Ты знаешь, сколько инстамамочек в Инстаграмчике? Плюнуть некуда. Одни инстамамочки. А я рожу сразу 5 И все они будут с бородами, как у Ашотика. А лучше 10. Вот ты не веришь в меня и смеешься надо мной. А как говорил великий русский философ Кличко, а сегодня, в завтрашний день... Не все могут смотреть. Точнее, не только лишь все, мало кто может. Как это у тебя получается? Сама вон какая стройненькая, грудь большая. Волосы красишь постоянно, они у тебя красивые. Ногти растут, наращивать не надо. Сама вон по себе красивая, да ладно. Прыщечка, нет ни одного. Как это у тебя получается, я не понимаю. Ой, слушай, вот вообще ничего не делаю. Видишь, вот ем все подряд и не толстею. Волосы не портятся, ногти растут. Генетика. Такой необычный вкус. Ой, ну вот и зря ты ешь все подряд. Алло, Белка-белка, это Дупло. Передайте главнокомандующий АНЖ, что ведьма вычислена и обезврежена. Служу ассоциации нормальных женщин. И помни, что ассоциация нормальных женщин... И вообще, ты должен быть не родной матерью. Что, так трудно поддержать человека, когда он болеет? А если я умру, так чаю никто мне и не принесет. Мало того, что заболела, так еще прыщи какие-то начались. Я хочу чай! Сука! Что за фигня идет по телевизору? Блин, надо, наверное, умереть, чтобы все вспомнили о больном человеке!
Блин, сумку забыла. Антон, принеси мне мой рюкзак, пожалуйста. Это фиаско, братан! Фиаско! Вот дебил! Фиаско! Ну знаешь, я не виноват, что у тебя не рюкзак, а молот Тора! Сука! Серёз, а как ты думаешь, я толстая? Нет, не толстая. А если честно? Ну да, толстовато. Ну все, решено, я кремень. Теперь только фрукты, овощи и правильная полезная еда. Блин, как же бесит уже эти огурцы. А что, без сахара? Ты же на диете. Такая я, в принципе, и толстая. Да ну и в жопу эту диету. Ведь самое главное в человеке это что? Душа. То, что у него внутри. Я не знаю. Кать, ну ты что, обиделась? Я с тобой не разговариваю. Козёл! В смысле я инфантильная? Сам ты инфантильный! Ты что за слово вообще такое? Инфантильная! А вот бы было классно, если бы все мужики сразу при знакомстве говорили: здравствуй, я козёл, я испорчу тебе всю жизнь! Так а что случилось-то? Что случилось? Ты спрашиваешь у меня, что случилось? Тебе еще совести хватает у меня спрашивать, что случилось? Ничего! Патрик, только ты у меня остался. Я тебе вообще даю лучшие просто дни своей жизни. Мои биологические часы тикают. Тик-так, тик-так, тик-так. А ты сидишь и спрашиваешь, как случилось. Блин, а действительно, чего я на него обиделась? Не помню. Дорогой, я тебя простила. Ладно. Алло, привет, мам. Мам. Мам, я уже взрослая. Здорово, Чичундра. Чё, проспалась после вчерашнего? Нифига себе! Да, здравствуйте. Конечно, я годовой отчет вообще заполнила, вообще полностью. Это самый годовой отчет из вообще всех возможных годовых отчетов. Ваш звонок очень важен для нас. К сожалению, на данный момент все операторы заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Слушай, а какое сегодня число? 12. А мне пора. Да. Ну, по делам, я там на 3-4 дня, максимум неделю. Опять? Не беспокойся, меня заменят. Нет, пожалуйста. Пока. Здорово! А что здесь было? Только попробуй еще раз уйти. Не уйду никогда, мамой клянусь.